Мое детство прошло будто в ином мире. Для моего отца время остановилось. Каким он был? Религиозным. Убежденным, что суеверие – это правда. Каким ветром вас сюда занесло? Едем на похороны отца. Чужаки в тех краях – редкость. Где я? Твой самолет разбился. А что с моими родными? Детка, но мы нашли там только тебя. Мне нужна скорая. Здесь поблизости больниц нет. По-твоему, ты где оказался? В Нью-Йорке? Вот это обозначает тебя. Что станется с ним, станется и с тобой. Я тебя вылечу, я тебя исцелю. Так скажи нам, что ты видишь? Может, живешь ты и в городе, но родом ты с этой земли. У меня на тебя свои планы. Что? Моя семья у них. Она контролирует всю деревню. Я подниму. Это для твоего же блага.